самом деле важно просто бросить по несколько раз. Ну, я как можно больше пытаюсь обходить, потому что в игре могут быть абсолютно разные ситуации, поэтому где-то даже просто какая-то импровизация идет в плане бросков. Вот. Ну, конечно, всегда бросаю дальние броски, какое-то количество, средние, вот. Я желаю, чтобы никогда всегда победить. We play here in preseason. It's cool. Nice. Контролировали игру, самое главное, да, сделали хороший задел, и в конце, наверное, где-то наши потери, где-то чуть расслабились, повторили те же ошибки, которые были и в матче с МБА. То есть если из положительных моментов в матче с МБА мы после 28 минуты стали играть чуть хуже и чуть расслаблены, то сегодня, наверное, держались чуть больше, и последние 6-7 минут можно не занести нам в актив. Самое главное, что все ребята здоровы, продолжаем чувствовать друг друга, находить свою игру. Поэтому все впереди, только начало сезона, впереди серьезная проверка с «Зенитом», так что вот у нас есть несколько дней на подготовку. Definitely this guy, he's definitely that guy, you know, practice or game is the same. He's, like I say, he bring the juice every time. He's always there screaming, you know, talking to the ref, to the opposite guy, he's doing the dirty work. How it helps? Crazy. Feeling like someone is behind you, pushing you is just extra help. И поэтому для меня сейчас не только каждая игра, но и каждая тренировка вместе с ребятами — такой мини-праздник, можно сказать. Мне кажется, что да, просто потеряли фокус в концовке. То есть уже вели сколько? Ну, 20 мы точно вели в какой-то момент. Вот, и нам надо было просто, ну, доиграть в защите, забить свои броски, вот, и где-то мы промазали броски, где-то не сыграли в защите, вот, и как бы разница сократилась в два раза. Есть много работы, в том числе эта игра это показывает, и вот этот факт, что мы вели 20 и, ну, как я считаю, должны еще больше увеличивать эту разницу, поэтому, да, есть куда расти.